Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сегодня, в этот прекрасный день, я нахожусь у границы России-Абхазии. Смотрите, какой здесь прекрасный вид. И собираюсь на вечернюю прогулку от границы России с Абхазией. И, возможно, до пляжа Сочи-Форния или до парка Сириус. Посмотрим по настроению, в общем. И еще сегодня мы проводим закат. Все собачки и котики сытые, друзья, потому что вы мне ставите лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. У меня в рюкзаке пачки китикетов, большая пачка педигри, поэтому все будут накормлены. Итак, друзья, мы отправляемся в наше прекрасное, увлекательное путешествие. Я желаю всем прекрасного настроения. Наливайте чай, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи, Адлер или планирует сюда приехать. Потому что вас ожидает вечерний сочинский вайб. Находимся на территории Сириуса. И мы, друзья, начинаем. Поставьте мне царского лайка. Будем двигаться от периферии к центру, то есть от конца к центру. И по мере нашего продвижения все должно становиться интереснее и интереснее с каждым километром. Примерно 10 километров мы проедем сейчас, минуточек за 20. Поэтому, друзья, можете обеспечить мне максимальную поддержку. И я буду вас регулярно радовать роликами Сочи и корректной, конструктивной информацией. Ну как можно посередине дороги стоять? Смотрите, пляжи готовятся активно. Вот этот забор бетонный, это волноотбойник. Скоро он закончится. И мы уже будем видеть море. Смотрите. Активно готовят пляжи. Думаю, что к 9 мая уже хотят, чтобы на пляжах стояли лежаки, зонтики. Двигаемся мы, друзья, навстречу солнцу. Если не знаете, что делать и куда идти, идите навстречу солнцу. Вот мой вам совет. Вы, кстати, знали, что Сочи – это спортивная столица России? Сочи таким стало после Олимпийских игр, потому что осталось олимпийское наследие. Поедешь на самокате? Банда песиков. Люблю вот этого музыканта, вот он от души поет. Такие классные песни, сейчас остановимся. Просто кайф. Пойду ему денег дам. Последнюю осень.
травы не коснёт, и с руками уходят по осенней осень поэты, и их не вернуть. Заколочены ставни, остались дожди. От души поёт. Осталась любовь и жившие камни по осенней осень. Обожаю, как он поет. Наполняет меня энергией какой-то. Смотрите, тут какой газон красивый. Жизнь прекрасна, друзья. Как бы то ни было. Давайте еще одну песенку и едем. Что-то я расчувствовался, друзья. Что-то я расчувствовался, я вообще жесткий тип, воин по жизни. Аж мурашки почему-то. Едем дальше, друзья. Нас еще ждет сказочный закат. Вечернее кардио, Сережа. Я сегодня делал становую тягу
Сегодня две тренировки провел уже. Подъезжаем потихонечку, так сказать, к эпицентру событий. Подъезжаем к Radisson Collection. Мои любимые места. Это было опасно. Но опасность – часть моей жизни. Я сам опасность. Я бы еще сказал, что часть моей жизни – это непредсказуемость. Я люблю… в условиях неопределенности находиться и действовать, ждать от этой реальности сюрприза. Это не с детьми вот. Опасно тут ездить по этим дорожкам. Еще одна живая музыка у нас тут. Июля ВК-фест. Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. Я такую не слышал песню. Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. Сейчас будет припев. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 000 сомнительных метров. Над тем, кто забыл пристегнуться, колдуют врачи. Если ты знаешь чьи-то секреты, молчи. Люди смеются, приветливо машут руками. Едем дальше, друзья. Я думаю, мы должны доехать до пляжа Сучефорния, и там будет костер. Давно ли вы видели костер, друзья? Огонь, стихия огня, стихия воды. Мы вообще ж эти дети природы. Мы должны получать энергию из стихий. Воздух, огонь, вода, земля. Так что давайте. Едем получать энергию на пляж Сочифорния.
Тихо. Что за люди? Они целуются, а у меня стресс. Еще живая музыка. Друзья, как у вас дела? Напишите, откуда вы меня смотрите. Когда приедете и знакомы ли вам эти места? Мне будет интересно почитать. Но когда они идут? Мне кажется, что все люди, они немного как бы это, скорость реакции у них немного медленная. Потому что, наверное, я очень быстрый, мне так кажется. Поэтому не надо сердиться на людей. Все люди разные. Воу-воу-воу-воу. Так, справа строится Монтера, апартаменты, слева Черное море. Подъезжаем потихоньку к спортивному парку Сириус. Справа вы видите вот эта белая крыша стадиона Фишта. Футбольный стадион, это уже Олимпийский парк, Олимпийские объекты. Справа Олимпийский парк. Слева пляж Роза Хутор. Мой любимый. Активно его готовят. Все достают, выносят, ставят. Надеюсь, у меня тут что-то будет. Потому что у меня есть выходы на людей, кто здесь управлять будет. Так, дальше идет пляж Редисон. Представьте, я на Редисоне работал. Это первое место работы, когда я приехал в Сочи. Представьте, 5 лет назад я приехал и на этом пляже работал. Это другой человек был. Меня изменило за 5 лет очень сильно. Интересно, какие мы становимся другие.
время как нас меняет. Я уже не пойду работать спасателем. Не, пойду, если жизнь заставит. Это очень интересная деятельность и классная. Но у меня другие как бы интересы, цели, амбиции. Поэтому извините. Как уж сами там разберитесь. Красота. Так, справа парк Сириус, спортивный парк. Я люблю здесь тренироваться. Обязательно сюда, чтобы приехали, если будете в Сочи. Это место обязательно к посещению. А то я буду ругаться, если не приедете. Так, велосипед тут оставляем. Все, тут есть баскетбольные, футбольные, волейбольные площадки, мячики. Все это бесплатно выдают. Теннисные ракетки. Там вот сюда ракетки. Заходите там в центр. Вот там он находится, туалеты есть, тут все, фонтанчики с водичкой. Заходите в центр, просто говорите нам, там мячик, они вам там дают, просто записывают ваш номер телефона, и все, и вы идете, играете. Эти боксы открываются, из них штанги достаются, тут тренера, они тренируют бесплатно, представьте, то есть, это просто, это как, это рай. Райское место, друзья. Не, можно бесплатно тут тренироваться с тренером. Представляете, сколько это будет стоить в зале? Вот такой прекрасный вид, друзья. И сейчас мы отправляемся дальше, потому что мы едем на пляж Сочифорния. Смотреть красивый закат. Я думаю, что там на пляже Сочифорния будут дельфины, а также костер. У нас будет трипл килл там. Закат, дельфины и костер. Думаю, что минут через 10 мы уже будем там. Сюда с детьми приходите, отдыхайте. Кстати, сегодня мне звонил подписчик первый. Представляете, Илья, если ты смотришь, тебе привет, ты первый, кто мне позвонил. И реально у меня прибавилось энергии, представляете, после того, как он мне позвонил. Это было так приятно. Он мне сказал, что ему все нравится, то, что я делаю. А он, представляете, живет тут. Приехал с семьей сегодня на Сочифор, рядом с Сочифорнией пляжем. Очень интересно. Не знаю, увидимся мы с ним или нет. У меня так-то очень плотный график на самом деле. Как красиво, там еще яхта такая едет.
идет, точнее. Блин, стресс. Ну, все равно я немного переживаю, когда вижу людей, и немного как бы создаю какие-то негативные нотки. То, что меня начинает это напрягать. Все, релакс. Все хорошо, все прекрасно. Проезжаем сейчас, смотрите, справа Эмеретинская низменность. С апартаментами, это вообще очень дорогие, мне кажется, это самое дорогое вообще тут в Сочи, вот эти апарты, ну, одни из самых, потому что тут, ну вот, 30 метров до моря, а с этой стороны, с левой, тут камни и море. Я люблю сюда приезжать, тренироваться. Едем на пляж в Сочи-Форния. Так, слева начинается Адлерский морской порт. Что нас ждет прекрасный закат, друзья. Справа начинается отель Редисон. Заехали в зону порта, здесь можно гулять, отдыхать, отправляться в море на яхтах. Люблю это место. Эмеретинский. Рыбаки все сидят. Вот у кого времени много. Вот смотрите, поймал. Поймал мелкую рыбешечку. Так что берите удочки, билеты и выезжайте.
Так, я извиняюсь, снял очки вот. Продолжаем движение по территории Сириус. Едем в сторону Адлера. Едем на пляж Сочифорния. Можно поехать направо, можно прямо. Там мы ездили, тут еще нет. Подъезжаем к пляжу Сочифорния. Приехали на пляжик. Тут всегда много народу. Вот здесь по вечерам разводят костер. Пока дров нету. Смотрите, здесь можно пофотографироваться на вот этой качели. Приходите сюда обязательно. Смотрите, самолет взлетает возле моего дома. Помните, по утрам я сторисы делаю?
Так, вон вижу, Ванек идет, который костер разжигает. Думал спросить у него. Костер будет сегодня, а тренируюсь я, знаете где? Вот там, если кто смотрит мои шорты, то вот там я тренируюсь. Там под мостом есть штанга, турники и брусья. Это река Мзымта вытекает. А вон Ванек пришел. Сейчас будет костер разжигать. Все, друзья, идем на костер. Ванек, здорово. Здорово, Серёжа. Чё ты звал? Вот я пришел. Как раз пришел? Да. Помочь тебе? Нет. Я знаю, что как остров за свое время развел. Было дело. Вот так, хороший вид, качеля, закат и костер. Есть кафе вот здесь. Алоэ, да? Алоэ. Наоборот, что, подлечим сейчас? Что? Подлечимся как раз после него сейчас. Костер из алоэ сейчас будет. Не было бы вот этого, но это уберут, это вынесли готовить пляж. Так бы вообще прекрасный вид был. И вожатые, на гитаре пели, вожатые на Вот этот бассейн, его забрали с Эмеретинской зоны в Сириусе, потому что Эмеретинский отель забрал Сириус. И вот его выкупили, этот бассейн, и представьте, сюда переносят. И здесь будет бассейн на Сочи-Форнии. Смотрите, два самолета. В принципе, так, у нас есть время, хотел вам показать интересную локацию. Пойдемте, покажу вам, где вы можете потренироваться. И вообще, там интересная локация. Там можно пофотографироваться. Там снимают фильмы, клипы. И представьте, люди живут тут по несколько лет и не знают про эту локацию. Как раз мы пока туда сходим, Ванек разожжет костер.
Смотрите, вам нужно идти сюда. Я вот здесь тренируюсь и купаюсь. Купаться здесь хорошо, потому что здесь вытекает мзымта. Вода холодная как раз, что способствует, так сказать, закаливанию. Смотрите, вот тут турники, брусья, вон там ребята какие-то. А вот здесь есть интересная локация под мостом. Здесь снимают фильмы, клипы. Здесь очень красиво, когда волны. Представьте, когда волны тут так красиво, они через эти трубы так по очереди бьются. Тут вот какие-то опасные пацаны. Лучше с ними шутки не шутить. На самом деле тут я самый опасный. Я шучу, у меня такой юмор. Все, идем на костер вдоль моря. Ого, там мужик так горит. Я вижу отсюда. Он обычно долго разводит костер. А сегодня, смотрите, быстро. На этом пляже вы можете получить очень много эмоций, друзья. Поэтому я его рекомендую. Я лично каждый день сюда приезжаю и по два, по три раза, представляете? Еще не стемнело, а уже такой костер.
что, друзья, как вам ролик? Напишите, расскажите, что добавить, что убрать. Я желаю вам всем прекрасного настроения. Пусть у вас все получается. Удачи вам в жизни. Буду благодарен вам за поддержку. Прощаюсь, говорю вам до свидания, но обещаю, что мы скоро встретимся. На канале огромное количество роликов готовится к публикации. Впереди весь сезон, я заряжен как никогда. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Все, друзья, всех обнял, поднял. Всем счастливо, удачи!